Понравился торт? Вкусный? Не слышу! Прекрасно! Итак, дорогие друзья, давайте пригласим сюда человека, который сделал собственными руками этот вкусный торт! Это прекрасная Алина из стихов Александра Сергеевича Пушкина! А Алина, жальтесь надо мною и над всеми другими, и покормите их сладким тортом! Скажешь что-нибудь? Я очень рада участвовать в мероприятии, поздравляю его. И надеюсь, что вам понравилось. Спасибо! Спасибо, я очень рада была стараться для вас. Всю ночь не спала, переживала. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой и вкусной, как это было. Спасибо. Алина, спасибо тебе огромное за этот торт. А я надеюсь, не съедобный у тебя, нет? Ну ладно. Давайте еще раз выступаем в овацию Алиночку. Алина, спасибо, я очень рада. Thank you.